Всем приветики. В данный момент на канал загружается новое видео. А я хотел вам сказать, что теперь на канале доступна с сегодняшнего дня вкладка «Сообщество». Раньше у меня было обсуждение, но оказывается, что вкладка обсуждения доступна тем, у кого нет 1000 подписчиков. А после того, как 1000 подписчиков у тебя появляется на канале, а у меня уже есть, недавно, кстати, исполнилось, в течение недели после того, как ты достиг 1000 подписчиков, у тебя удаляется раздел обсуждения и появляется вкладка «Сообщество». И, соответственно, все, что было в разделе обсуждения, все тоже удаляется. А посмотреть вот это вот все, где оно находится, вот здесь объяснение идет, типа, чтобы поддержать связь, в общем, с сообществом, то есть больше возможностей. Там, раньше ты мог писать во вкладке обсуждения, а теперь ты можешь публиковать там всякие видосики, опросики, там, картиночки. Будет прикольно, даже если свои фоточки какие-то можно кидать. Ну, такое нормально. Вот. Но вкладка обсуждения, вот оно, 1000 подписчиков, вот, а вкладка обсуждения, вот, если на вашем канале появилась вкладка сообщества, раздел обсуждения будет удален. А комментарии остаются на нем, как минимум в 30 дней можно посмотреть на этой странице. И мы переходим вот на страницу, вот она, страница. И получается, что здесь показываются все комментарии. Но суть в том, что здесь есть вот то, что в спаме, на проверке, и все, которые опубликованы. Ты не можешь как-то что-то выбрать. Это новая, кстати, творческая студия. И здесь ты можешь ввести поиск с вопросами, оформлена ли подписка, число подписчиков. Ну, в общем, ерунда какая-то. Это в новой версии. Переходим на старую версию. И видим, что... Ну, вот, это новая, да, кстати. Переходим на старую версию. Вот она, старая версия. И здесь все удобнее. Во-первых, вот если сравнить... Здесь как-то все непонятно. Во-вторых, здесь помимо того, что как и там спам на рассмотрение опубликованное, здесь еще есть такая штука, все видео, обсуждение. И мы выбираем обсуждение, и вот, все, что было на вкладке обсуждения, через 30 дней это все удалится. Здесь, правда, было всего лишь 30 комментариев, но они были. И в данный момент они еще есть. То есть ты можешь их месяц перечитать, как-то так вот. Я решил запечатлить. Вот. На всякий случай. А вообще не удаляться. И суть в том, что на старом интерфейсе ты можешь выбрать. А на новом, вот типа все видео, либо... То есть ты можешь либо... Ну, здесь такая вот есть вкладочка, и ты можешь как бы выбрать разделы. А здесь-то такой вкладочки нету. И вот... Мне интересно, почему вот в новом интерфейсе нету столько функций? Зачем вводить новый интерфейс, когда в нем столько функций не хватает? Это очень странно. Но речь не об этом. Речь о том, что теперь у меня есть вкладочка сообщества, и теперь мы здесь будем, я здесь буду что-нибудь публиковать. Вот такие дела. И, по-моему, это даже круче. То есть у меня теперь больше возможностей. Раньше мог просто текст написать, а теперь видео, опрос или изображение. Вот. Как-то так. Такие дела. Так что здесь буду что-нибудь публиковать. На этом все. Всем пока.